Муниципальное предприятие «Водоканал» в этом году производит ремонт и замену водопроводов в 104-м микрорайоне, 106-м на Краснодонцев. Общая протяженность замененных водоводов составит более 2 километров. И ремонт проводят в связи с тем, что трубы старые, 90-го года прокладки, образовались многочисленные протечки, это отключение ресурса для жителей. Соответственно, в инвестпрограмму мы включили ремонты этих сетей и будем их продолжать. Сейчас мы находимся с вами на улице Годовикова. Здесь со вчерашнего дня мы приступили к замене участка сети водопровода, участка магистральных водоводов в восточной части Дощехнинского микрорайона, которые снабжают питьевой водой несколько микрорайонов данного района. Тип водопровода ПНД. Трубопроводы производства город Вологда в нашем регионе, то есть они производятся. И планируется от улицы Раки до улицы Ленинградской заменить 504 метра участок трубопровода. Данные трубопроводы это материал полиэтилен низкого давления. Он имеет все сертификаты для применения в питьевом водоснабжении. Срок эксплуатации гарантированный это более 50 лет. Работы производим мы инновационным методом. Это бестраншейное строительство. То есть мы существующий водопровод, старый так называемый, с помощью спецтехники протаскиваем новый водопровод путем исключения больших раскопок на всем протяжении трассы. То есть большой раскопки на улице Годовикова не будет. Уже несколько лет водоканал практикует данный метод. Он особенно распространен в стесненных условиях. В случае возможности замены диаметра существующих сетей на более низкий, с учетом анализа расходов потребителей. И в случае, если вот как сейчас, чтобы исключить разрушение нового асфальта.